Активисты Одинцовского отделения «Единой России» провели встречу с жителями дома номер 6 по улице маршала Крылова в Одинцово. Темой стало возведение школьного стадиона на месте дворовой и детской площадки в рамках строительства пристройки к гимназии номер 14. Данная пристройка входит в перечень наказов жителей округа к партийцам, поэтому одинцовские единороссы в рамках реализации проекта «Новая школа» следят за ходом работ. Самое главное, что удалось согласовать новое место для детской площадки. Она будет перенесена и разместится около дома только с другой стороны, сообщил депутат окружного совета депутатов Павел Чамурлиев.